Какой лучше выбрать язык для обучения? Английский, немецкий, французский или испанский? Как определить уровень своих знаний, чтобы понять, в какую группу лучше идти? Для начинающих или уже достаточно хорошо говорящих? Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, лингвистические центры Екатеринбурга с началом нового учебного года проводят Дни открытых дверей. Сейчас на рынке представлены услуги по обучению многим иностранным языкам, в том числе английскому, французскому, немецкому, итальянскому, испанскому, чешскому. И в последнее время набирают популярность обучение китайскому языку. Вы знаете, что Китай выходит на мировой рынок, поэтому данная услуга является очень популярной. Таким образом, вы видите, что выбор очень велик, и руководствоваться нужно только своим желанием. И главное, не стоит бояться, главное начать. На Дни открытых дверей для вас проведут бесплатное тестирование и определят уровень владения иностранным языком. Профессионалы в области обучения поделятся секретами эффективного владения навыками общения, расскажут о программах и всевозможных предложениях для самых маленьких и взрослых. Выбирая лингвистический центр, обратите внимание на срок его работы на рынке, на то, какие цели ставит компания и как измеряет результат обучения слушателей. Сами педагоги должны подтвердить свой уровень знания международными экзаменами по методике и по уровню владения иностранным языком. Также вам должно быть просто комфортно и приятно присутствовать в этом офисе, потому что учебный процесс займет определенное время. Ваша задача – правильно инвестировать свои финансы и получить выгодные дивиденды, гарантированные знания. Сеть лингвистических центров «Талисман» объявляет о начале нового учебного года. Ждем вас в своих филиалах.